ехал со стороны гостиницы Калининград, столкнулся с Зарайской. На пешеходном переходе остановился, вот, посмотрел, что никого нету, и начал движение. Человек на электросамокате двигался со стороны улицы Пролетарской в сторону площади, ну, не знаю, что это, Дома Советов. Он ехал или шел? Он ехал. Откуда, куда вы ехали? Пролетарский на Дом Советов по пешеходу. Как вы двигались? Катился на самокате. Далее что? Катился на самокате, била машина, подлетел, упал, встал. Подскажите, вы знаете, как переходить в проезжую часть? Уже да? Рассказал сотрудник. А до этого вы не знали, что надо спешиваться? Нет.